Ну что, время 6:35, а я уже встал. Это впервые, когда я стою так рано. Завтра мы продолжаем ДНСК. Я потребую на цезинецкого полиции, аби их безвиднул свое поволение к тривалому побиту. Йо, запинаме. Так то випадало. 9 годин я ще мусим бити там. Сьогодні у мене ужин, так сказати, під атмосферу. Завтрак під атмосферу. Машина ще з включеними фарами їздить. А я буду їздити отак от. А так красивее, потому что... І берем, як всегда, эту фигню. Клубника. В общем, клубнику я выкладываю, а ем сами мюсли. Засниму вам, как я это делаю. Я еще, конечно, так рано по Праге не гулял. Ну вот сейчас пойду. Итак, 4 минуты остается до автобуса. Но мне еще нужно пройти. Я думаю, я успею. Вот так вот выглядит. Короче, здесь трамвай ездит с интервалом раз где-то минуты 4-5. Но тем не менее, когда я вошел, там было дофига людей. Ну, вы могли видеть, что там людей было просто дофигища. Но сейчас, когда мы подъехали к Пражскому граду, к собору святого какого-то Миколаша, по-моему, людей уже вообще нету. Буквально человек 10 на весь длинный трамвай. Трамвай реально офигеть какой длинный, вот видите, он как змея прям поворачивает. Трамвай Шкода офигенный новый, только что вот в конце его кто-то граффити зарисовал. Ну выглядит, ты сейчас как бомжатник какой-то, это эти граффити. Это я так считаю, может вам и будет нравиться граффити, я не знаю. Ехать мне еще где-то остановки 4, время сейчас 8:20, а мне нужно там быть в 9. То есть я думаю, я там где-то в 9:40 точно. Вот это Пражский град. Здесь стоит милиция. Полиция. Если говорить точнее. Сейчас мы едем на гору. Все деньги тут снова. Уже пара сорта. Идет такой дождь. Здесь едет трамвай. Уже будь осторожным.
Это все равно везет, конечно. Эти девочки вообще в какой-то лес пошли. Не знаю, что там в этом лесу может быть. Время сейчас 8:30 где-то. Это дом только. Наверное, да, дом. Но элитный. Типа у них такой выполнен вход в подъезд, можно подумать, что это какой-то тип музей. А это обыкновенный вход в подъезд. То есть интересно, что ли они тут выглядят. Совсем не так, как у нас. Здесь вот видите какой-то пазл, как Лера любит собирать. И где надо перейти дорогу. Вот так выглядит. Да, в принципе, если так посмотреть, такое серое, унылое, облачно, граффити эти. Дома очень отличаются у нас в городском районе. Чтобы дома обшивкой такую сделали, и все. У нас они обычно как построены, так и стоят. А так то же самое. Хоть и можно сказать, район такой, одним словом, элитный, возле Пражского града. О, мопед стоит. Что себе какой мопед. Загородка, он также намок. Сейчас здесь что-то никого нету, потому что тогда, когда я шел в прошлый раз, были люди. Вот видите, кто-то вышел оттуда. Здесь строят дом и есть чинская реставрация. Новый Шанхай. Нет, Шанхай Йо. Что забрал я эту карту? Сейчас, как всегда, еду назад. То есть, ну такой прикол. Встал в 6:30, приехал. Забрал карту и уехал. И еще так далеко, типа на другой конец города. Это вообще. Ну ладно. Дали мне ее, в общем, на год. И какой прикол, если ее потерять. Или если она мне говорит, у вас ее украдут, то заплатите штраф 4000 крон. Или где-то долларов 200. Ну, 150, скажем. Вот такой прикол. С этой картой по Волыни было бы удобно попить тут. У меня есть волны приступ на 5%. То есть могу свободно работать и ездить по ЕС.